Аплодисменты, счастливые детские лица, теперь зарядка на свежем воздухе каждое утро для здоровья и настроения. В детском саду 23 в Химках открыли новую спортивную площадку. Марина Шингалеева, заведующая, уже не первый год трудится и воспитывает здесь ребят. Обратилась к депутатам, чтобы у ее воспитанников было современное и безопасное место для игр. Для нас это очень важно. У нас такая территория шикарная. И вот детям не хватало именно вот спортивной площадки. Мы занимаемся здесь спортом, зарядку проводим с детьми. В общем, для нас это очень большое открытие. Сегодня депутат Московской областной думы Александр Смирнов, который с удовольствием откликнулся на просьбу, лично приехал на открытие площадки и поздравил детей. Была просьба сделать спортивную площадку для детей. Специальную спортивную площадку со специальным тартановым покрытием, с тренажерами. Мы выделили денег на этот детский сад, и на выделенные деньги они умудрились построить две площадки вместо одной. И вот сегодня радостные детишки открывали вместе с вами и с нами эту площадку. Большую часть времени занял поиск подрядчика и подготовка проекта. Построили площадку быстро, за месяц, а главное качественно. Небольшой забег показал, покрытие хорошее. С сегодняшнего дня все спортивные состязания в детском саду будут проводить здесь.